Анастасия Смирячинская мечтает хоть раз выступить в лондонском Ковент-Гарден, Королевском театре оперы и балета. Выпускница Ульяновской детской школы искусств номер 6 с детства считает своим другом пианино, любит музыку Моцарта и Паганини. 8 лет девочка изучала игру на фортепиано и в будущем планирует связать свою жизнь с музыкой. У меня есть награды, я участвовала в международных конкурсах, также занимала призовые места, была лауреатом. И я не люблю хвастаться своими наградами, поэтому просто люблю играть для своей души. Вместе с другими выпускниками Анастасия выступила на выпускном вечере в родной и любимой музыкалке. Ребята по очереди сыграли знаменитые произведения классиков, чтобы продемонстрировать свои знания и умения. Юное дарование Надежды Иванова, когда касается пальцами клавиш, растворяется в музыке и мысленно уносится далеко за облака. Девочка 5-й год учится играть на фортепиано и через пару-тройку лет рассчитывает сама сочинить нечто особенное. Ну, мне нравится играть веселые, там, больше, у меня вообще любимый композитор – это Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Мне нравится, вот я играла вот испанский танец, пантомиму Шостаковича, вальшутку. Такие веселые мне нравятся. Среди тысячи воспитанников школы есть особенные мальчишки и девчонки. Преподаватель детской школы искусств номер 6 Наталья Столярова занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Двое ее выпускников достигли наивысшей ступени в своем мастерстве и сегодня учатся в московских вузах. Я таких детей очень люблю, и, наверное, от этого все и идет. Потому что эти дети особенные не только по возможностям здоровья, они особенные в отношении, они по-особенному чувствуют. Чувствуют все, что их окружает, они по-особенному дружат, любят, переживают очень искренне. У них настолько искренние чувства, что заниматься такими детьми – большое благо. С 2009 года одним из приоритетных направлений деятельности школы стало обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Главная цель – создать все необходимые условия для творческой самореализации и роста всех детей. В нашей школе обучается 1100 учащихся, 130 из них не сегодня, но выпускаются. Сегодня 50 человек получат свидетельство в сегодняшний день. У нас еще и завтра, и послезавтра выпускные вечера, просто раздробленная школа у нас, поэтому несколько выпускных вечеров. Вот в данный момент в этом зале 50 из них получат свидетельство об окончании школы. В ДШИ талантлив каждый, в чем убедились зрители концерта. Дети удивили собравшихся виртуозной игрой на инструменте, а учителя – веселым представлением. Цыганочка, бабушка с внучком, малыши из детсада в шутливой форме пели и плясали. В конце под фанфары и аплодисменты зрителей выпускники получили долгожданные свидетельства об окончании школы и напутствие от директора. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.